just walking away from the scene of another shelling. I don't know if you can hear that, there's small arms fire at the end of the road. Yeah, okay, that's the front line about 500 metres away. That was an incoming shot. So we are off. Сегодня в 1 часу дня. Вот это все прилетело. Он и попало тоже вот разлетело. Видите, вот мой дом стоит тут. Вот дом стоит, прилетело все. На той улице тоже. 220 или какие они там. Бог знает, что оно там летит. А можете пройти показать, куда попало? А что, вот оно прилетело. Вот сюда. Забили мы сегодня. Окна позабивали, поразбивало. Вот туда пришли. 8 лет, да. Вот это живем в этой. Стреляет по нам. Украина, Украина вся. Вы знаете, почему? Ну, видать, не нужны мы им. Конечно. Стреляет. It's Maximilian Clark signing out from Petrovka district in the southwestern edge of Donetsk city, an area that's just been pummeled regularly. We're here in a neighbourhood that's been hit 3 times today. There's a freshest crater.